Предпринимательская жилка в герое нашего сегодняшнего сюжета проснулась в школьные годы. В классе 3-4 парень понял, что деньги можно делать из воздуха. Главное – иметь трезвый ум и сильное чутье. К 20 годам Берег Курмашев точно знал, чего хочет. Вернее, чего жаждет народ. А совсем недавно актюбинец сделал свои первые шаги в бизнесе. Тестирование способностей человека по отпечаткам пальцев с каждым днем привлекает все большее внимание горожан. Техника, в настоящее время разрешенная только в 3 городах Казахстана, позволяет определить состояние здоровья на уровне физиологии, генетики и психологии, а также выявить предпочтения ребенка в спорте. Не унывать и не слушать тех людей, которые вам говорят, не надо, не занимайтесь. Будьте упорными и настойчивыми. Это два аспекта. И второе, будьте всегда разумны. Хотите начать свое дело? Начинайте с малого, чем с большого. И составьте четкий график. Подкованных в этом деле ребят сегодня собралось много, однако все они признавались, что время от времени даже у самых опытных из них возникают вопросы. Поэтому открытие такого клуба для Актубе – большое достижение. В настоящее время в сообществе уже зарегистрировались около 20 активных и позитивно настроенных парней и девушек. Ряды начинающих бизнесменов пополняются ежедневно. Мы планируем проводить гостевые лекции успешных предпринимателей, приглашать из опытных консультантов из сферы уже, например, государственных услуг. Может быть, это будет налоговая инспекция, таможенная инспекция. То есть, чтобы представители вот этих государственных органов приходили и уже непосредственно в прямом общении объясняли, показывали, учили, как составлять правильно отчет, как составлять бизнес-план в таком плане. Основное внимание организаторы намерены уделять сельской молодежи, поскольку открыть свое дело, живя в ауле, задача не из легких. Желание и знания есть, но препятствий на пути много. Одно из значительных – отсутствие залоговой базы. Айсулу Махмутова, Алексей Уразов, программа «Факт».